Здравствуйте! Сегодня у нас очень простой, но безумно вкусный пирог с кокосовой стружкой и вишней. В миску разбить яйца, добавить к ним сахар и немного взбить миксером. Положить кокосовую стружку, мягкое сливочное масло, добавить кокосовой эссенции или сиропа по вкусу и желанию и взбить все миксером до однородности. К вишне, у меня она мороженая, добавить крахмал и слегка перемешать. Разрыхлитель добавить к пшеничной муке и просеять их в тесто. Все снова хорошенько перемешать до однородности. Затем аккуратно ввести в тесто вишню с крахмалом. Равномерно выложить тесто в застеленную пергаментной бумагой форму для выпечки. Поверхность пирога посыпать коричневым сахаром. Поставить пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Все ингредиенты в граммах в описании. Приятного аппетита!